Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы проходим карту World. Естественно, автор не указал название, на сайте тоже написано «Карта на прохождение». И мы спавнимся на крыше. Да. У меня появилась идея. Я не знаю, что это делать, но это мне особо ничего не испортил. Максимум, что я мог себе сделать, это упростить задание таким способом. Так, что-то у нас есть. Еда. Не ломать блоки, ТП можно, не пользоваться читами, удачной игры, карту создали Ender Dragon Boy и ник 5544G. Ладно, поехали. Так. Ага. Нет! Черт. По-моему, надо наоборот как-то. Да ёпт. А, не-не, все понял. Давайте просто так пройдем. Твою налево, вы шутите, что ли? Это очень хреновое испытание, оно мне не нравится. Отстой. Ну, не паркур, зато все нормально. Я это никак особо не комментирую, потому что я не знаю, что об этом испытании можно говорить. Ну, испытание на... Я не знаю даже на что. Да оно ведь закрылось. Зачем я тогда это нажимал? Оно ведь закрылось, я теперь не смогу выпасть. А, ладно. Левел 2, подсказка рядом. Ну тут семерка кривая. Я других подсказок особо не вижу. Ой. А, ладно. Вот эта подсказка. Вот это. Офигенно. Ну я сомневаюсь, что там дать. И какой еще вот этот? Классная подсказка! Рандомные глотстоуны какие-то на стенке висят. Подсказочка. Молодец. А, если не успел, ломай дверь, нажми для старта. Так, окей, давайте выпьем зелье. И поехали. Оп-о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 п. Так, что это? У, отлично! Броня нового цвета. Ок. Теперь я зеленый. Что-то какое-то стрёмное задание. Ох, ладно, давайте пойдем сюда. Ну, еще всякие какие-то упоротые броники, но это не надо. Мини-паркур. Охренеть, мини. Что-то он совсем мини. Я с хостой боюсь паркурить, на самом деле. Давайте тут поспим. Потому что я с первого раза точно не пройду паркур. Поэтому надо поспать. Хоста не пропала. Жаль. Оп, оп. Стой. Ну, зато теперь хоста пропадет. Да. Оп, оп. Ох, пацан. Просто вин. Так, окей, еще раз. Хотя я не знаю, зачем нам туда идти, там, по-моему, нету ничего. А, тут кнопка. Ого. Вот оно что. И возвращаемся обратненько. Идем сюда. Да, блядь, я ненавижу. А, подождите, а там дальше некуда же. А, не, вот, все, понятно. Понятно, понятно. Но все равно какой-то убогий. Вот здесь реально сложно что-то паркурить. Ну, блин. Господи, зачем Майнкрафт добавили эти хреновины наподобие забора, эти решетки? Зачем? По-моему, они кроме как в паркуре больше нигде не используются. Их даже как декорацию не используют, настолько они убоги. Их используют чисто как паркур, потому что, о, смотрите, добавили одну 128-ю блока, надо использовать в паркуре. Я уверен, что есть карты, где, знаете, используют мод, блядь, этот мод, который позволяет пилить блоки. Там что-то, Red Power, что ли? Да, Red Power. Вот я уверен, дофига карт, где тупо распилены блоки до состояния вокселя, наверное, вот до такого кусочка. И типа, иди паркур. И все такие, вау, какой классный паркур, он такой сложный, знаешь, вот я даже ни разу не прошел, автор такой, да, я тоже. Вот, и, бля, я спринтонуть не могу, мне это бесит.
Надо, наверное, записывать лайв-камеру, типа клавиатуры, чтобы все видели. Такой оп, дабл В, оп, дабл В. И да, перепрыгнул. Класс. Безысходно. А, может, да, зачем броня? Нет, по-моему, я не уверен, надо ли спринтовать или нет. Вот я не уверен. Я спринтую, перепрыгиваю. Вообще, вроде там не спринтовал, нормально допрыгнул вот так вот. Вот если вот так вот. Вот. А, нет, тут уже... Тут дальше надо прыгать. Понятно. Да, без спринта невозможно. Там, короче, все, там невидимая текстура, да, вот там, как первый Mass Effect, типа. Вот. Там такая невидимая вся текстура. А да ёб твою мать. А, надо что-нибудь такое придумать, прям, чтобы прям такое. Ох! Чтоб, да, вот, я про это и говорил. Так, окей, нет, 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 надо еще раз. Так, нет, тут не нужен спринт, блин. Паркур очень плохо. Мини-паркур, я уверен, что тут есть испытания побольше самого паркура, и я буду их проходить быстрее, чем сам паркур, потому что это паркур. Да ёп. Так, а туда как попасть? Туда. Может быть, не обязательно прыгать по паркуру вот этому лестничному, я не знаю. Даже не лестничному. Убейте меня. Убейте меня, боже мой. Как-то все плохо. Как все плохо. Ну же. Ах, стой, более. Нет, я не хочу материться сейчас много, поэтому я скипну, допрыгну и потом верну. Так, я уже близко. Так. Отлично, все, можно идти обратно. Обратно, так типа, ай, блин, я хотел понтовенько так, знаете, выпрыгнуть обратно, типа, а, на самом деле, блядь, ничего не стоило, я типа на камеру играл, но не, нифига. Нифига. А дальше чё? Чёрт! А, не, это, видимо, открылось, и не то, чтобы я это не заметил, мне кажется, что это просто открылось потом уже, вот сейчас. Вот тут что-то легче, как-то. А, лол, даже так. Ок. Во. Но сама постройка испытания довольно-таки прикольная, знаете ли, да? То есть, мне понравилось, в принципе. Если бы еще паркур был хоть чуточку полегче, чтобы я тут... На самом деле, я выключил камеру со второго раза прошел. Вот. Видимо, мне паркур не дано на камеру проходить. Но, в принципе, паркур был четок. Так, что-то кнопка. Во-во-во-во-во! Отлично! Отлично! Классное испытание. Он еще так долго умирать будет. Ох. О, боже. Не. Все отлично. Идем дальше. Ну, точнее, обратно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Нет. Фух, успех. О, я помню такое испытание, да. В одном из карт, там, это испытание, так, блоков 200, наверное, было. У тебя только один шанс. Ну, охренеть. Я потом могу еще раз попробовать. Я левша, поэтому я прыгну влево. Автор, ты не любишь левшей, да? Это все потому, что я левша? Вы совсем там офигели в своем обществе правшей. Вы че, эй, так это дискриминация по... признаку правописания, левописания. Идите нафиг, вы даже слово правописание себе забрали. Вот вы. Ну, логично, что теперь направо прыгать, правильно? Если не умру, конечно. А нет, не умер. Фух, угада. А вот и нифига. Чертов лево... левшафоб. Во. Левшафоб. Так, что тут у нас? Ничего нет, подождите. Айфон иди нахер. Все, идем дальше. Выбери, куда пойти. Че, опять?
Здесь три пути. Целых три. Лол. Я все сломал. Черт. По-моему, это не выход. Нет. Окей, теперь будем ломать. Я уже почти сломал. Давай. Да. А теперь еще одну. Уже почти. Уже вот. Прямо совсем немножечко. Прямо чуть-чуть. Давай. Оп, все отлично. А, нет, оно не работает больше. Окей, теперь сюда. Блин, то есть я... Я заблочил нормальный проход. Все, я это оставлю на паузу, пока все это не сломаю, ибо это эпично. Ля-ля-ля-ля-ля. Теперь это. Уже почти, ребят. Уже вот прям... Вот прям... Прямо... Вот, кстати, заметили опять правое? Опять правый проход. Чёртовы лишафобы, откуда вы взялись? Вас никогда не было, а тут вы появились, когда создали эту карту. Эх вы. Ладно, можем с уверенностью, наверное, прыгнуть. Отлично. Выдан рычаг. А, вот оно чё. Ок. А я думал, нахрена эта дверь. А! Ай! Сука! Чё за фейл? Ладно. Я, по-моему, нам нужно обратно идти. Это такой фейл. Просто крупномасштабный. Я чё-то не понимаю, да? Как? Как теперь-то пройти? Здесь тут зачем-то откуда-то вообще лава взялась, как бы ее тут не было. А, она туда вылилась. То есть в итоге я сейчас, может, не смогу дальше пройти, я не смогу. Левел 7, найди рычаг, нажми для 100. Оу. У меня проблемы, ибо я не знаю, где рычаг. Что там, время, по-моему, поставлено, нет? Установлено время, да. Поспать? Поспать. Поспали, все, нафиг рычаг. О, я отключил мобов, поэтому. А, что? Ладно, тут всякие гасты там. Нам неинтересно. Шучу. Включусь. По-моему, уже заспал. Оу, гайс. We have a проблем. Да. Ой. Это был эпик. Эпик. Да, но эта фигня не сломалась, не ошибись. Как она не сломалась? Вот, почему? Она должна была разрушиться. Теперь мне это нужно ломать руками. Это так долго. Ладно, сейчас мы все сломаем. А, окей. Не то сломал. Ну давай, быстрее. Я всю серию делаю, что ломаю. Все, ломаю. Давай. Ой, какой дурак. О, ой, дебил. Блин, ну нифига ж. Давай. Все, отлично. Все сломали. Так, что-то вагонетка. А, вот, все в порядке, поехали. Да. О, черт, вы это видели? А, видимо, это конец. А. Вау, спасибо за всякое дерьмо в сундуке. Вау, спасибо за... Ох ты ж, нифига себе, сколько энчантов. Я хочу кирку, подожди. Да, вот так вот. И лопату сейчас, подождите, с лопатой. Давайте все возьмем. А, у нас уже все есть, так, окей. А, все, это было прохождение карты. Кстати, карта неплохая. А, спасибо, до свидания. С вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем... Это так классно просто, на самом деле. Это такое классное занятие. Всем пока.